мы обсуждали и получили, можно сказать, поддержку президента Александра Григорьевича, это то, что Брянская область, она развивается, развивается сельское хозяйство. Мы каждый год все больше и больше вносим минеральных удобрений, плюс хорошо развиваются наши соседи. И проблемы мы сегодня испытываем все, это в поставках минеральных удобрений, именно калийных удобрений, которые сегодня на территории нашей ближайшей соседи, Гомельской области, вот, строится новая шахта по выпуску данных удобрений, чтобы была создана площадка в Брянской области. Это очень короткая логистика. И именно обеспечение данными удобрениями Центральный федеральный округ, Россию, ну и плюс увеличение товарооборота. Плюс создание совместной базы по внедрению современных технологий в сельском хозяйстве, обмен опытом и создание площадки для того, чтобы в Брянской области было создано совместное такое научное предприятие между нашими учеными и учеными Республики Беларусь.